Дорогие друзья, мы сейчас находимся, что ни на есть, на самом настоящем военном полигоне. И сейчас Incas Armored Cars будет представлять свои необыкновенные машины, монстры. Внимание на площадку. Сколько автомобилей у вас на стенде и что вы представляете? Мы привезли 6 новых наших разработок в этом году. Две участвуют в лайв-шоу каждый день. А здесь у нас находится 4 проекта, прототипа, которые были сделаны в этом году. И для полиции или можно использовать на SWAT. Вот, она рассчитана на 10 человек и на одного пулеметчика. Вот, степень защиты здесь станок 2. Вот, это уровень защиты бронировки. Установлены какие-то камеры, да? Да, эти камеры, они специальные, они ночного и дневного видения. Можно свободно выключать фары и ездить без освещения. Комфорт, можем сказать, стоит дополнительный кондиционер. Есть система. В принципе, если сравнивать с мировыми производителями военной техники, вот, могу заявить стопроцентный достоверностью то, что у них такого комфорта нет, как у нас. Поэтому у нас и слоган Luxury Armory. Это для перевозки конвоя, солдат. Вот, тоже рассчитан на 10 человек. Тоже оснащен всеми ночными камерами, стробоскопами. Вот, и, как я сказал, уровень защиты B7. Вот, стоит специальная башня, где можно установить пулемет калибра 12,7 и 14,5. Incas S мы ее называем, она сделана на базе Toyota. Вот, здесь стоит трансмиссия и мотор от Toyota. Это маленькая версия для таких стран, где не могут позволить себе большие дороги, где она более маневренная и как бы на 8 человек рассчитана. Тоже вся оснащена такими же устройствами. У них есть свой GPS, специальные рации, антенны, камеры. А стекло тоже пулеметное? Да, это полностью уровень защиты B6. Получается, что вы вынимаете полностью базу, то, что есть в машине, и заново делаете начинку. Да. Incas Titan D называется, рассчитан на 12 человек. Она самая большая из всех. Уровень защиты станок 2. Вот, она более оснащена специальными тепловыми камерами. Сколько автомобилей в день вы обычно выставляете? Каждый день два автомобиля. Они с 2 до 2:30 в течение 30 минут должны показать все свои проходимости и все свои технические достижения. Выставка не может позволить всем это дать. Но так как мы с ними уже с 2013 года работаем с Аднеком, нам как бы удается туда попасть, и чтобы именно наши машины участвовать в лайв-шоу. И самое главное, чтобы участвовать в машине лайв-шоу, нужно пройти специальную техническую подготовку, потому что военные сначала ее проверяют, чтобы не было никаких технических неполадок, потому что там всегда сидят уважаемые гости и правители этих эмиратов, и поэтому мы прошли все тесты ихние, поэтому мы и участвуем там как каждый день. Как долго обычно машина проходит такой тест? Ну, у нас перед показом. Перед показом мы машину сюда доставили за месяц, за 30 дней. Их проверяли почти каждый день, ездили. И они держатся в специальных ангарах? В специальных ангарах, они здесь сами военные их проверяют. Гражданские машины вы тоже производите? Гражданские, конечно. Гражданские машины мы производим порядка 80 в месяц. Но так как IDEX – это военная выставка, поэтому я не вижу как бы смысла сюда привозить гражданские автомобили, потому что они могут спокойно взять наши каталоги или посмотреть наши видео, и они как бы будут иметь представление. Мы уже порядка 2000 машин гражданских за последние 4 года уже доставили нашим клиентам. Бек, скажите, как вы проверяете машины на пуленепробиваемость, на прочность брони? Существуют специальные компании. Есть в Германии, есть в Америке, есть в Бельгии. Посылаете туда машину, они ее взрывают, они ее обстреливают.
Вот, а потом они выдают вам сертификат. Насколько надежен военный автомобиль от Intes? Ну, в военных действиях уже они участвуют до сих пор. И как бы у нас еще летальных случаев не было при взрывах и при нападениях. Если это гражданский клиент Intes, какой он? Гражданские? Ну, смотрите, есть разные компании. Есть security-компании, есть private sector, есть VIP-люди. Вот. Security-компании, они постоянно участвуют. Например, в Ираке у меня в районе 500-600 машин сейчас в сервисе. Вот. И, как я вам говорил ранее, у нас еще случаев не было, чтобы был бы какой-то человек поврежден в нашей машине. Что здесь интересного? Как я сказал, основу автомобиля составляет бронекорпус, все остальные вещи являются сайт equipment, то есть навесным оборудованием. Абсолютно инкосовское производство. Это разработана фирма Intes. Дизайн, порезка металла, сварка, усиление, апгрейд шасси. То есть все полностью, весь комплекс мероприятий производится здесь, на фирме Intes. Это абсолютно наша разработка. Справа от меня находится специальное место, где сидит пулеметчик. А как раз надо мной располагается тепловая камера. Эта камера выводит изображение на данный монитор. И когда пулеметчик находится вверху, он получает изображение у противника до 5 километров.